Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала Будлетер. Около месяца назад я купил себе, сделал подарок на день рождения, купил новый аппарат. Сразу же попытался запилить видео, там накидал всего-всего. Ну, все сейчас будет скомкано так отовсюду. Раз не прошел мимо меня, как я не сопротивлялся своими консервативными взглядом по самогонным аппаратам, но дошел я до колонных аппаратов. Когда вопрос встал в размерах куба, ну, сейчас у меня идет перегон, видео внизу будет самого куба, что я его не могу так показать, рассказать о нем отдельно. Большое спасибо самогон 96 группе ВКонтакте, ссылочку я на них напишу в описании. Брал у них аппарат, ребята подошли к делу с толком, рассказали, объяснили, помогли подобрать. И вот так вот выглядит теперь мой аппаратик. Димрод, да, охладитель, вот две царги. Куб я взял себе на 50 литров. По себестоимости куб с теном сразу же, с утеплителем идет. По цене получилось дешевле, чем люксталь. Я не рекламирую, ребят, я покупал все это за деньги. Но тем не менее, для нашего хобби делиться информацией — это полезно. Кто-то может тоже заинтересуется, захочет купить по довольно-таки приятным ценам. Цены у них все в группе есть, прайсы скидывают. В общем, отправили они мне посылочку с деком. И тут косяк у дека. Вот эти вот две царги 50 и 70. Они до меня не доехали изначально. Сдековские работники позарились на эти трубы и тупо их, простите за выражение, неудачно дубль. В общем, сдек сперли у меня царги. Ну и ниоткуда без добра. Опять же, самогон 96 выслали мне их повторно. Но пока суть до дела, я решил взять себе прямоточно еще аппарат. Тоже видео покажу, там внизу будет, увидите. Простой прямоточник, безо всяких там прибамбасов. Цена на него довольно-таки тоже гуманная. По-моему, 2200 или 2150 ли он стоит. Ну, что-то около этого. Как бы невысокая цена. Купил, чтобы перегонять брагу. Сейчас вот он работает офигенно. Хлопаю в ладоши. Единственное, стоит вопрос о приобретении автоматики для регулировки тена, мощности, там всего-всего. В этом я пока еще не совсем все знаю, не совсем да понимаю, чего я хочу. Так что очень и очень сильно буду благодарен, если вы напишите в комментариях, у кого какие, какая автоматика стоит, где покупали, ссылочки на это, на все. Буду очень благодарен. Ну а пока обкатываю, пробую данное оборудование. Потом, может, когда-нибудь запилю отдельное специальное видео. Еще раз говорю, ребята, вот, которые это, у них свое производство, сами делают,
цены на порядок ниже, чем у раскрученных брендов. Могут сделать на заказ все, что там вы себе можете представить, захотите, что. Вам все сделают по вашим запросам. Рекомендую. Просто рекомендую. Ну, а на этом у меня все. Если данная информация стала полезной, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Всем ни голов, ни хвостов. Вкусных погонов. Пока.